У меня остались лепешки вчера, и надо сделать какой-то фастфуд домашний. И вот у меня есть лепешки мои, у меня их больше, я взяла 3 штуки, так поставила рядом. Айсберг заливаю соусом салатным и отварю сейчас копченые сосиски и буду все это собирать. Вместо лепешек можно использовать булочки, тостовый хлеб, да все, что уйдет, все, что найдется в квартире. Но надо по-быстрому перекусить. Для заправки у меня соус специально салатный, натуральный. Можно использовать сметану, йогурт, майонез, у кого что есть. А также в соус или сметану можно добавить зелень. Укроп, петрушку, кориандр, у кого что тоже найдется. Редиска и огурец украсит мой салат. Овощи для сочности. Кориандр, укроп добавила к салату. И у меня есть остатки вяленых помидор. В общем-то, я все готовлю из остатков. То, что у меня осталось. У меня был айсберг, салат, чуть-чуть редиски, чуть-чуть огурца, чуть-чуть зелени. Поставила провариться копченые сосиски. Две последние тоже. Вяленые томаты мелко порезала. Импровизация на скорую руку. Все это будет укладываться на лепешку. Сверху станут сосиски. И я добавлю остатки горчички. У меня есть маленький десерт. Это творожная запеканка, который продается в продуктовых магазинах. Это как наша творожная запеканка, но она более нежная, более вкусная. Горчица была для хот-дога. Последняя. Все, банка закончилась. Все закончилось, все использовала последнее. Есть еще курица в холодильнике со вчера, но оставлю на завтра. Суббота, базар. Надо освободить место для продуктов свежих, поэтому все заканчиваю, все, что было. Посмотрев на это разноцветие, я немного добавила каперсов. И у меня еще и зеленый лучок, тоже уже надо израсходовать. И красный лук. Дополняю все к салату. Чтобы было красиво и вкусно. Лучок и зеленый лучок, красный и зеленый. И все это выставляю я на свои галеты, на свои лепешки. Сверху я ставлю остатки сосисок. Чудо фастфуд предполагается кушать руками. Булочка, ковришка с салатом. Сосиска, она была разрезана пополам. И я одну в другую вставила. Как бы тут две штучки. Смазала горчицей и одну в другую вставила. Получился такой рулетик. Мой десерт, который я прикупила. 5 грамм для расслабления. Может, сегодня усну. И вот такой ужин на скорую руку за 5 минут, когда надо что-то покушать, перекусить. Домашний фастфуд из остатков продуктов.